Здравствуйте, друзья! Компания «В спорте.ру» и Северная лига ЛФЛ начинает прямую трансляцию матча 8-го тура. Матча лидеров высшего дивизиона, лидеров по набранным и по потерянным очкам. «Динамо Гефест» сейчас в воскресенье в прайм-тайм после увлекательной и жаркой битвы «Легиона» и APC. Сейчас вашему вниманию ваш комментатор на ближайший час Кирилл Разумовский. Главный арбитр сегодняшней встречи Владимир Коржевский. Все готово к началу действа, к началу зрелища. Давайте стартовый свисток дождемся. Вот он звучит. После этого перейдем к стартовым составам. К слову, надо сразу сказать, что и те, и другие сегодня в оптимальном состоянии, в оптимальном сочетании. Все лидеры на поле, все лидеры в игре. И сразу же момент создает Гефест, первый после ошибки защитников «Динамо». Сказывается волнение и настрой. Вот вы знаете, я разговаривал с игроками и той, и другой команды перед игрой, с руководителями клубов. Настрой такой праздничный. Правда, Максим Бородкин сказал, что нужно играть в удовольствие. Да? Команды понимают, в принципе, что турнирного значения такого настоящего эта встреча не имеет. Но с точки зрения психологии, с точки зрения уверенности в себе, с точки зрения фундамента, который нужно заложить на второй круг, в котором, собственно, все медальные вопросы и определятся, этот поединок очень важен. Ну и, вы знаете, у нас в этом уикенде целых три таких супер принципиальных матча было, противостояние. Два вы посмотрели в прямом эфире. И вчера Нева с ЦДК выдали такой триллер настоящий с обилием забитых мячей. И Легион с APC сейчас рубились всерьез. И, в общем, там матч большое значение имел с точки зрения задачи попадания в первую восьмерку для тех и других. Ну и сегодняшняя игра, конечно, в этом же ряду, я думаю, что соперники нас красивым футболом порадуют. Ну все, давайте уже буду действующих лиц представлять, потому что, собственно, они сегодня главные. Начну с «Динамо». Они в качестве хозяев сегодня выступают, динамовцы. В следующем сочетании эту игру начинает в воротах Игорь Гришин, номер 30-й. В обороне слева направо Илья Чижиков, 6-й, Евгений Корнилов, 3-й, Кирилл Орлов, 18-й. В опорной зоне Андрей Тыняный, номер 17. Слева в полузащите Денис Киселев, номер 8. Справа Никита Митин, номер 79. И впереди Дмитрий Голышев, номер 7. Сейчас Гришин хороший сейв совершил после удара Александра Масленникова. И пока Павел Котов готовится угловой подать, представить состав Гефеста. В воротах Станислав Станиславский, номер 32. В обороне 6-й Андрей Моисеенков, 4-й Константин Лазбенев и Станислав Каханов, 51-й. В центре поля Андрей Идрисов, 90-й. По флангам Павел Котов, 17-й. И Александр Масленников, 28-й. И на острие Сергей Анохин, номер 25. У Гефеста, как обычно, еще и второй состав на скамейке запасных. Второй не по силе игроков, естественно, всегда оговариваюсь в этом случае. В общем, тут о подборе футболистов можно разные мнения иметь. Но в Гефесте, пожалуй, очень ровный состав, наиболее ровный. Все-таки сложно сказать, кто в действительности является резервистом, кто основным игроком. И в этом может быть и проблема античных. По крайней мере, вот это неудачное выступление в Лиге Чемпионов. Там шансы остаются, об этом позже чуть поговорим. Пока штрафной динамовцы зарабатывают. Здесь для Чижикова точка, наверное, но и Тыняный может исполнить. Но Чижиков так уверенной походкой, не спеша, но сознанием своей роли в данном случае к мячу подходит. Ну и вроде бы партнеры его как раз в стороны расходятся, поэтому наиболее вероятным будет его удар. Смотрим. Это гол! И блестяще получилось. По-моему, рикошет какой-то смутил Станислава Станиславского. Ну и счет открыт. 1-0. На начале 5-й минуты «Динамо» открывает счет.
Но это пока еще ровным счетом ничего не значит. Для интриги, я думаю, что Гефест должен постараться игру переломить. Так вот, к разговору о Лиге Чемпионов. Мне сложно судить, потому что множество нюансов влияет на игру команды. Гефест в чемпионате пока успешен, пока только победы. И, в принципе, понятно, что, может быть, игра пока еще далека от идеала, но, с другой стороны, на то первый круг и есть, чтобы подготовиться к уже к решающим сражениям. И в этом смысле для динамовцев, наверное, даже более важно вот так почувствовать себя уверенно, почувствовать себя лидером, и подойти к игре во втором круге уже с определенным бэкграундом, зная, как обыгрывать сильные команды и себе равные, теперь можно так говорить. Но вот штука в том, что выступление в Еврокубках, пожалуй, заставляет нас считать динамовцев фаворитами сегодняшнего противостояния. Это впервые за достаточно долгое время. Здесь что? Здесь Котову по ногам обработал Дмитрий Голышев. Сейчас у динамовцев вообще интересно. Кирилл Орлов остался впереди, он задержался. И все футболисты позицию друг друга начали занимать, страхуя. Голышев оказался в центре. Ну вот сейчас там Митин находится. Здесь по ногам получает Анохин, и это штрафной теперь для Моисеенкова. Другая левая нога, другой результативный латераль. Ну и Моисеенкова, наверное, по системе гол плюс пас может быть не меньше набранных баллов за последние два сезона. Чижиков за Терминатор выступал. И, конечно, наверное, много возможностей имел отличиться, и все-таки не такая ровная лига была, может быть, как в этом сезоне, даже как в этом сезоне. Но, тем не менее, и у Моисеенкова тоже есть и голы, и голевые передачи. И вот сейчас он бьет штрафной, но бьет в стенку. Стенка из четырех человек, такая достаточно солидная, и она не рассыпалась, что важно. Игорь Гришин в игру не вступил в этом эпизоде. Котов из-за боковой. Так вот, я продолжу свою мысль, продолжу впечатлениями делиться. Мне показалось, что у Гефеста пока слишком много таких нерешенных проблем в отношении, ну видите, еще один перехват на этот раз Идрисов, и здесь Корнилов блестяще в подкате против Масленникова, у того, собственно, и вариантов не было. Так вот, много нерешенных проблем относительно позиции игроков и оптимальных сочетаний состава. Прежде всего, это обороны касается. И вот сегодня мы не видим в стартовом составе Мартина Хорина. Опять же, все знают возможности игроков, и особенно игроков там Гефеста, Динамо, ведущих команд. Поскольку они часто в прямом эфире показываются, и, во-вторых, потому что достаточно много зрителей приходят на эти матчи. Ну, в общем, на виду во всех отношениях эти команды и игроки. Но мне показалось, что все-таки вот начало этого сезона у Мартина Хорина не задалось. Где-то он не успевает, где-то влияют другие факторы, да, не персонально его ошибки, а скорее несогласованные действия с другими оборонцами. Это возникает из-за того, что Гефест не проводит в одинаковом сочетании вот из этих 10 матчей, ну, наверное, может быть, 1-2 можно найти, где совпало бы расстановка в обороне. То не играет Каханов, то не играет Моисеенков, то играет Лозбенев справа, то в центре, то один вместо другого. Был случай, когда вообще Евгений Шаренков и Павел Котов на позициях крайних защитников действовали, ну, какое-то время по ходу матча, потому что там опаздывали игроки на встречу. Был момент, когда Андрей Идрисов
был вынужден действовать на позиции защитника, потому что из-за травм не хватало просто футболистов. И эта игра была Лига Чемпионская, между прочим, та самая с ФК СП, да, Гефест был разгромлен на Сетунь Парк. И вот это все влияет, вот эта сыгранность, о которой много говорили, сыгранность защитной тройки Моисеенков, Хорин, Каханов, она позволяла, может быть, где-то не лучше. Так, ну сейчас после этого Ногин бьет дальний угол, а не передачу отдает, и Масленников просит, ну почему не отдать, и действительно могло получиться опасней, но этот удар нападающий заслужил, он, собственно, себе этот момент сам создал. Поэтому как настоящий форвард должен был заканчивать. Так вот, индивидуально не так было заметно, если кто-то выпадал из этой тройки, потому что слишком сыграно, все знают маневр друг друга, подстраховка постоянно работает. Ну, в общем, что говорить, мы по отдельности этих защитников вообще практически не воспринимали, а только считали частью целого такого. В этом году не так. Второй момент, что Гефесту потребовалось время, чтобы вписать в свою игру Андрея Идрисова. И, на мой взгляд, это еще не до конца произошло. И Идрисов пока не очень заметной фигурой является. Да, он выполняет привычно для себя большой объем работы всегда. Он участвует и в голевых атаках. Но его роль в Гефесте пока невелика. А это большая роскошь таких футболистов не задействовать вот на 100%, на, может быть, даже больше 100 в каких-то случаях. Павел Котов на самом деле быстрее адаптировался, но его стиль игры с дриблингом, с таким взрывным, с проходами, с дальними ударами, он позволяет более индивидуально, что ли, действовать. Поэтому мяч у него оказывается, он момент создает. Но опять же, Гефест играл без этих футболистов, и какое-то время требовалось на то, чтобы все привыкли к новичкам и к их возможностям уже в новой команде. Ну и третья такая глобальная проблема Гефеста – не забивают нападающие. У Сергея Анохина один забитый мяч, у Алексея Гусева ноль. Причем у Гусева 9 голевых передач, он в принципе на команду играет достаточно полезно. У него есть моменты, но не забивает. И когда вот в прошлом сезоне приходилось делить игровое время еще и с Александром Масленниковым, и тогда казалось, что, ну, действительно, Масленников может быть это не самый сильный такой нападающий вот на текущий момент. Но вот сейчас уже кажется, что его уход не лучшим образом сказался на игре команды. Может быть, не напрямую, может быть, какие-то есть микроповреждения, которые мешают играть. У Анохина, по крайней мере, я знаю, точно такое было. Вроде бы сейчас он полностью здоров. Может быть, еще какие-то моменты. И здесь желтая карточка. У нас очень жестко Корнилов сыграл против Идрисова как раз в центре поля. Ну, жестко старался просто пресечь возможную контратаку. Идрисову досталось, но главное, что динамовцы успели отойти, занять свои позиции оборонительные. Так вот, у Гефеста больше забивают полузащитники. Это, наверное, исторически так складывается. Но когда в Лиге Чемпионов пришлось Масленникову играть впереди, пришлось просто вот из тех соображений, что он на сегодняшний день, ну, более забивной такой, да, футболист. Это несколько ослабило игру команды в средней линии. А у «Динамо» в противовес этому достаточно сбалансированный состав, и те новички, которые появились, они сходу смогли позиции проблемные усилить. Это, безусловно, легче в отношении команды, которая находится на подступах к вершине, которая, ну, на самом деле, вот, кроме бронзовых медалей, большого успеха не добивалась пока еще. И если с левым защитником все было ясно, после того, как ушел Иван Спичка,
и приглашен был на его позицию Чижиков. Здесь все было понятно, что это как минимум равнозначно усиление, а может быть и просто вот усиление в прямом смысле один в один. То появление Андрея Тынянова, который способен большой объем работы выполнять и еще забивает, и еще и голевые передачи раздает, это, наверное, действительно такой шаг вперед с кадровой точки зрения, потому что братья Мрековы на этой позиции, ну, уже перестали справляться с большим объемом работы. Они по-прежнему хороши на отрезках, и когда выходят там на 10-15 минут в каждом тайме, Аркадий Мреков, он может в центре отработать очень прилично, но все-таки работоспособность Тынянова, она динамовцам была нужна. Появление Никиты Митина в качестве, вот, знаете, такая есть... В профессиональном футболе, в профессиональном хоккее, там, в КХЛ, например, вот это место молодого игрока, который в заявке должен быть у «Динамо», последние сезоны все время был какой-то молодой игрок, но вот мне кажется, что Никита Митин, он наиболее удачно в игру бело-голубых вписывается по желанию работать, по желанию играть на команду. Потому что другие молодые футболисты, ну, Виктор Борзых, да, когда он только появился в «Динамо» еще до отъезда в профессиональный клуб, он все-таки увлекался индивидуальной игрой и немножечко на других скоростях действовал, не подстраивался под партнеров. Иван Бакланов, когда есть, да, это очень сильный футболист, там все понятно, но, опять же, не всегда он мог приезжать, а эта сыгранность и эта возможность одним составом действовать в протяжении определенного какого-то отрезка, определенного количества матчей. Поэтому вот у «Динамо» вот эти обновления, они получились более органичными, поэтому команда с первых туров, в принципе, стала такой добротный, хороший футбол показывать. Ну, а победы позволили еще и прогрессировать команде по ходу этого чемпионата. Потому что вначале все было непросто, вы помните, и тяжелая игра со «Стеллой» в ничью, и, собственно, единственная потеря очков «Динамовцами». И очень непростая игра против «Штурма». Но в итоге вот потихонечку и «Динамовцы» смогли еще прибавить. На сегодняшний день являются по игре самой такой сбалансированной командой. Вчера, если смотрели трансляцию матча Нева-ЦДКА, наверняка обратили внимание, что и те, и другие... Не то, что вот, как выразился Александр Седов, ну, это можно только в отношении Невы говорить, в состоянии очередной перестройки находится. У ЦДКА другая проблема немножечко. Там постоянно разный состав. Так, сейчас момент у «Динамовцев», еще один. И рядом со штангой после удара Киселева мяч проходит. А там Валерий Леонов, появившийся на поле под 11 номером, ему ассистировал. Сейчас я в рассуждения в эти углубился и замену не анонсировал, она буквально минуту назад произошла, посередине тайма Леонов заменил Голышева. У Гефеста пока никаких перестановок нет. Идрисов, вот это неплохо, Масленников, передача на Котова, но доходит мяч до Анохина, и его удар Корнилов блокирует. Сейчас повезло бело-голубым. Но угловой. Так античных продолжается. Котов, это сложно. Анохин мяч сохранил, но рядом Киселев был. Подборе здорово сыграл. Леонов назад, Тыняный. Киселев и аут в пользу «Динамо». Теперь здесь Лозбенев в подкате отработал. Так, ну пока здесь все на бровке. И... И мяч у «Динамовцев», а тут уже обмениваются мнениями о том, правильно или неправильно в эпизоде партнеры сыграли, и Кирилл Орлов, и Андрей Тыняный. Ну, тут одному другому палец в рот не клади, всегда найдут, что сказать. Но Кирилл Орлов проявляет внимание к деталям. Особенно в этом сезоне это стало проявляться, и когда он не поехал на выезд
в Сокольнике с командой, там была тяжелая игра с Трансгарантом, динамовцы выиграли, и некоторые футболисты после игры признавали, что к вот таким замечаниям критическим все уже привыкли, а вот без подсказок Орлова играть было тяжелее. Вот вам и другой взгляд, и другая роль, да, нам со стороны, конечно, кажется, что тут все на грани истерики, на самом деле зерна от плевел, если научиться отделять, то можно и полезное почерпнуть в этих вот эмоциональных высказываниях. Ну, а Тынян и ответить может. Вот здесь такой момент, главное, чтобы во вред команде это все не пошло. Сейчас Тынян на газоне, получил он болезненный ушиб. Держится за колено, и тут будет небольшая пауза. Ну, вроде бы, хоть и прихрамывая, но продолжает игру. Штрафной в пользу Гефеста далековато, ближе к центральному кругу. Но Котов у мяча, он с дальних дистанций забивал. И примерно с этой забивал, в том числе. Сейчас не самый лучший удар его. В общем, подводя итог вот всему вышесказанному, 20 минут матча сыграно. Это значит, что мы минут 15 об этом говорили с вами. Но я думаю, что это все не лишнее. Это все в контексте игры и чемпионата в том числе. Динамовцы действительно на сегодняшний день такой более сбалансированной командой являются. Но, пожалуй, это для Гефеста не то, что не приговор. Это даже не очень важно сейчас. Главное в правильное время включиться. Никто осенью в ЛФЛ медали не вручает, а вот по весне, там ближе к лету, если у команды спад последует, вот это будет уже проблемой, это будет неприятно, это будет обидно и так далее. У Гефеста также смена нападающих произошла, Гусев появился вместо Анохина, других замен нет, динамовцы переходят в атаку. Тынянный. И зарабатывает штрафной. Здесь фолил Идрисов. Ну, Тынянный, конечно, нарисовал немножко фол. Но контакт был. Пусть и не такой жесткий, как может показаться по падению 17-го номера бело-голубых. Отсюда Митин примеривается. И очень неплохо бьет Станиславский. Правильную позицию занимает, но все равно пришлось ему так со второй попытки его в руках фиксировать. И здесь еще один момент у Масленникова. Успевает Тынян и вернуться, своих партнеров подстраховать. Идрисов подает угловой. Когда есть Гусев, конечно, ему очень много внимания должны защитники уделять. Здесь опасную игру фиксирует Владимир Коржевский. И момент еще один. Каханов на ударной позиции. Опять Корнилов блокирует. А здесь Каханов безрассудно идет подкат и получает желтую карточку против Кирилла Орлова. Ну, пожалуй, не нужно было этого делать. Все-таки ситуация такая не предвещала никаких опасностей. Но желтая карточка. С другой стороны, ну, защитник доработал до конца. Вот Кирилл Орлов, кстати, за такие вещи практически никогда я не слышал, чтобы критиковал там соперников, кричал на них и так далее. Потому что и сам может сыграть жестко. И понимает логику действий защитника. Ну, чуть-чуть отпустил мяч. Нужно доработать до конца. А то контратака пойдет. Что ж теперь. Момент уже у Валерия Леонова перед воротами Гефеста. Ну, правда, в гол преобразовать этот шанс не получается. Не удается. Станиславский от ворот.
У Гефеста еще одна замена. Вот под 23-м номером Евгений Ширенков. Он заменил Котова. А у Динамо вот интересно, Киселев и Митин поменялись флангами. А замен больше нет. Ну, я представлю, наверное, других запасных, тем более у нас пертайм к концу подходит. И, во-первых, сейчас может еще одна волна замен последовать. Во-вторых, естественно, после перерыва их объективно станет больше. Так вот, у Динамо еще Аркадий и Виктор Имрековы заявлены. Так, Масленников выходит на ударную позицию. Блестящий Чижиков играет в подкате. И мяч еще выбивает, но остается он у Идрисова. Идрисов бьет, попадает в Тынянова. И всего лишь угловой. Чижиков на газоне. Он тут самоотверженно под мяч бросался дважды. Динамовцы свои ворота уберегли. Но ошибки на своей половине могут дорого стоить в дальнейшем. Итак, братья Мрековы и Алексей Ковалев. У Гефеста запасной голкипер Сергей Бурцев, Мартин Хорин, Артем Варакин, Евгений Королев, новичок античных, Максим Мухин, Радик Умяров. Ну и два футболиста уже на поле появились. Из тех, кто начинал на скамейке запасных. Интересно будет понаблюдать за дебютом Королева и интересно, в какую позицию его Алексей Швындин выпустит. Дрисов, здесь Тыняны, мяч вверху, нужно опускать его на газон. Митин против Моисеенкова и здорово играет опять на команду. Таким образом, ну мяч как минимум для своих сохраняет. Леонов в штрафную прокидывает. Там Киселев. Прострел. Ух, Станиславский не фиксирует, но защитники успевают сыграть на подборе. Орлов. Направо. И здесь подкат Моисеенкова. Для Гефеста удачным получается. Леонов против Лозбенева. Много борьбы. Киселев. С лета пробить не получается. Там Моисеенков. Удачно действует. И очередной аут. Бенев выносит. Гусев отбрасывал мяч на Масленникова, но не точно, не сильный получилась эта передача, и поэтому не прошла атака. Да, было опасно, было численное преимущество у Гефеста. Вот в этой зоне левого инсайда. Моисеенков. Вперед передача. Здесь Чижиков сейчас вот не лучшим образом действует. Ширенков назад. И Дрисов. Он и пробить может, но играет пас. Скидывает мяч Гусев. Дальний удар Каханова. Блокирует Андрей Тыняный. Чижиков выносит на чужую половину. Здесь Леонов. И может у Динамо контратака получиться. 3 в 3. Леонов, Тыняный и Дрисов возвращается в своем стиле. Дорабатывает эпизод и отбирает мяч у нападающего соперника. Здесь Орлов первый на мяче. Киселев назад. И в руки мяч берет Игорь Гришин. Киселев. Гришин. Ну и здесь выбивать надо, конечно. Леонов продлевает эту передачу в направлении Митина. И Каханов не очень здорово-то сбросил вратарю. Митин, мне кажется, сначала не поверил, что можно успеть, а затем включился, и потом вот столкновение нарушил правила. Ну, шаг бы, если сделал чуть раньше, мог опередить Станиславского.
А Кахана сам быстрый футболист. Мне кажется, немножко недооценил сейчас скорость своего молодого оппонента. Последняя минута тайма у нас идет. И хороший такой футбол, качественный. Мы смотрим футбол равных соперников. Может быть, даже с небольшим преимуществом Гефеста. Но это преимущество обусловлено тем, что счет в пользу Динамо. Динамцы где-то, может быть, сознательно отдают инициативу. Орлов из АБК. Ой, Киселев. Просто вперед, но передача просто так в зону, в борьбу. Лазбенев. Гусев. Против него Корнилов здорово играет. Чижиков вперед. На отрезке, на эпизоды разбивает сейчас игра. Потому что ни те, ни другие не могут за мяч зацепиться как следует. Но время первого тайма потихоньку к концу подошло уже. Поэтому будет сейчас пара минут и у тех, и у других, чтобы как-то перестроиться. Ну, прежде всего, успокоиться эмоционально, потому что сейчас этот аспект как раз превалирует над самим футболом. Чижиков подает линию штрафной. Киселев сбрасывал мяч головой, но ничего не получилось. А здесь Шеленкова чуть-чуть техника подвела. Далековато он убежал от центра. Наверняка хотел принять более мягко этот мяч. Гефест продолжает атаковать. Масленников. У него вот эта позиция одна из излюбленных. Но вот так эта атака заканчивается. Защитники Динамо все-таки улучшили момент, чтобы мяч выбить на чужую половину. Аханов загружает вперед. Здесь Чижиков. И вот после этого свисток. Ну что ж, 1-0 после 30 минут игры. Динамо впереди. Давайте отдыхать, друзья, и вернемся к началу второго тайма. Второй тайм матча Динамо-Гефест начинается прямо сейчас. 1-0. Бело-голубые ведут. Но по ходу первой половины мы действительно такой динамичный футбол видели. И у тех, у других были шансы. Поэтому во втором тайме, наверное, забитые мячи мы можем ожидать. Как-то оно получится, посмотрим. Напоминаю, это 8-й тур чемпионата высшего дивизиона Северной лиги. Ну и давайте сейчас по составам пробежимся. Только после того, как вот этот штрафной динамовцы разыграют. Ничем атака не заканчивается. Итак, Динамо в воротах Игорь Гришин. Защитники Илья Чижиков, Евгений Корнилов и Кирилл Орлов. В центре поля Андрей Тыняный. Никита Митин и Аркадий Мреков под 10-м номером на поле вышел. Так, ну здесь Орлов может лишнего наделать. Желтую карточку должен получить Корнилов, а у него была уже желтая карточка. А это значит, что это будет красная. Да, вот Корнилов с поля изгнан. А что с Орловым? Да, здесь динамовцам 10 минут придется в меньшинстве провести. Ну и главное, кто займет позицию последнего защитника. Насколько я понимаю, Тыняный туда опускается пока временно. Больше некому. А я думаю, что Голышев в итоге может затем на эту позицию перейти на постоянной основе. Такой вариант тоже существует. Гефест получает численное преимущество. Это важно. И это возможность как минимум счет сравнять. Голышева я представить не успел, вот он как раз сейчас с мячом остальных игроков Динамо назвал. И Голышев сейчас здорово за счет дриблинга от соперников уходит на Имрекова передача. Имреков штрафную, Голышеву бьет и все-таки блокирует этот удар вернувшийся в оборону Максим Мухин. Гефест в следующем сочетании в воротах Станиславский. В обороне Моисеенков, Лазбенев и Каханов. В полузащите Мухин,
Идрисов и Шеренков. И впереди Гусев. С первых минут второго тайма Мухин появился. И в первой половине он не играл. Это был удар по воротам. Станиславскому пришлось в броске его отражать. И сейчас Гефест в свое наступление переходит. Идрисов на левой фланге. Центр смещается, но предпочитает сыграть с партнером. Мухин, Шеренков, Моисеенков, Идрисов. Ну все, тут как в хоккее теперь расставились. Будет численное преимущество. Будет крутить, вертеть Гефест. Лазбенев. А вот чего не пробить с этой позиции. Он действительно бьет, Гришин. На чеку. Надежно играет. И всего полторы минуты динамовцы в меньшинстве сыграли. Лазбенев. Моисеенков. Ну, к эпизоду с удалением Корнилова, я думаю, еще придется вернуться. Да, Лазбенева выше ворот. Мне кажется, что чрезмерно агрессивно он как-то пошел в этот отбор. Ну, а здесь маленькие футбольные хитрости. Кому-то свело ногу, нужна пауза. Это Голышев, да? Так, ну что, играть мы будем сегодня? Или тут какие-то разборки продолжаются? А, Голышев должен с поля уйти. И желтую карточку получает за затяжку времени. Ну, в любом случае, вот этот аспект, он не до конца понятен. 10 минут с учетом вот этих остановок или без них, насколько я понимаю, в регламенте не прописан. Но, с другой стороны, на усмотрение судьи. Я имею в виду то время, когда в меньшинстве динамовцам нужно действовать. Если ценой желтой карточки Голышев минуту отыграл для своих партнеров, ну и бог с ней, с этой желтой карточкой. Мреков. Орлов. Орлов в плен попал, что называется. Тут трое соперников, но откинул мяч назад, и Гришин за пределы стадиона. Гефест продолжает осаждать штрафную соперника. Лазбенев, Идрисов, Моисеенков. По такой игре дальние удары, конечно, это важный элемент, важное оружие. Но нужно хотя бы, чтобы они в створ шли. Пока был один удар в створ от Лазбенева, там Гришин сыграл надежно. Ну а в других эпизодах куда-то все выше и мимо. Баллисты в салатовых футболках мячи направляют. У «Динамо» на поле Алексей Ковалев появился. Что это значит? Посвежее игрока, который может на скоростях этих действовать, может быть. И с Митиным они впереди будут действовать. И Мрека в центре, а в обороне Тыняный, Чижиков и Орлов. У Гефеста в связи с удалением у соперника никаких перестановок не произошло. Валев назад. Хорошо сыграл. Здесь Каханов. И Ковалев в борьбу вступает. Выбивая мяч за боковую. Замена. Вот теперь у Гефеста выйдут Масленников, понятно, по заправленной футболке. И Королёв. Евгений Королёв дебютирует. У него 52-й номер.
И, соответственно, он занимает позицию на правой бровке. Ушел с поля Идрисов и ушел с поля Ширенков. Да, для дебюта Королева, конечно, ситуация самая благоприятная. Моисеенков. Лозбенев. Динамовцы вжимаются, но пока в штрафную не пускают соперника с мячом. Каханов. Опасный удар из-под защитника, но Гришин прямо на линии накрыл мяч. И, в общем, видел этот эпизод. 6 минут примерно прошло с момента удаления. А это значит, если там не будет компенсировать Владимир Коржевский все вот эти паузы, пока там динамовцы не спеша поле покидали, то еще 4 60-секундных отрезка предстоит им обороняться в ситуации на одного меньше. Лозбенев направо. Королев. Штрафную передачу. Там Масленников корпус ставит, но его Орлов выжимает. Каханов. Лозбенев. Ух, как сейчас исхитрился Мухин пробить. В итоге два подряд блока. Еще один блок. И мне кажется, что Гришин-то был уже отыгран. А там на линии за вратаря сыграл Илья Чижиков. И, естественно, сейчас по максимуму, сколько там сможет, будет лежать. Во-первых, и все-таки действительно удар неприятный поймал на себя. Ну и, во-вторых, передышка нужна динамовцам. Нужно расставиться. Нужно чуть-чуть выдохнуть, чтобы продолжить эффективно обороняться дальше. Лозбенев. Каханов, Масленников. Опять Лозбенев. Каханов, Королев, прострел. Очень уверенно динамовцы мяч штрафной даже не выбивают, а выводят. И вот эта передача, да, прямо на крышу нашей комментаторской кабины. Но могла бы пройти эта передача. Вот чуть-чуть не докрутил Имреков. А так Ковалева был шанс. Имреков отправляется отдыхать. Свой отрезочек он отработал. И опять же, вот все понимают. Ну как-то там можно и поторопить, наверное, это все ясно. Но Имреков даже такое подобие рывка сделал. Ну а теперь куда уж бежать-то? Теперь понятно. Нужно по максимуму сэкономить для своей команды время. Ну или убить, точнее. К тому же Имреков даже за вот эти 10 минут прилично очень отработал. Он в центре поля как раз вот эту пустоту в одиночку заполнял. Вместо него Виктор Имреков вышел, брат. Поэтому он так формально, пофамильно ничего не поменялось на поле. Дальний удар на этот раз Каханова, и не точно. И у нас последняя минута основного времени удаления идет. Вот даже она кончилась уже, потому что Денис Киселев появился на газоне. Гефест реализовать лишнего не сумел. Теперь Виктор Имреков в центре, Киселев и Митин на флангах. Впереди Ковалев. Атыняны продолжает играть на позиции последнего защитника. Ковалев. В принципе, все правильно делал. Киселев требует фола, но здесь желаемое за действительное выдает. Пожалуй, Каханов правильную позицию занял. Корпус поставил, просто не пустил соперника. А так нарушений правил там не было. А у Ковалева чуть-чуть не получилась передача. Если бы по своевременному бы вышел и точно в зону, я думаю, мог Киселев и один на один выскочить. Мухин. Два рикошета. И аут. Аут в пользу Динамо. Значит, коснулся Моисеенков мяча. Так никому не показалось. Но вот здесь отметим слаженную работу бригады арбитров. И резервный судья Игорь Елисеев правую руку в сторону отвел.
и отдал мяч динамовцам. Правда, тут же Гефест перехватил, Масленников пробил поворотом, проверил, так сказать, понтус Игоря Гришина. Тот в порядке. Правильную позицию занял, естественно, без труда этот мяч зафиксировал. Мухин в центре поля. Королев совершил отбор. Вот сейчас он с мячом перед штрафной. Первый его удар за Гефест. И удар не получается с левой ноги, так в сторону ворот ковырнул. Чижиков на левой бровке. А вариантов нет. Тут Ковалева Лозбенев опередил. И, в принципе, там эта передача не проходила. Но Чижикову уже нужно было расставаться с мячом, поэтому просто в зону он мяч отправил. Моисеенков. Мухин, Лозбенев. Тоже ждет, тоже ищет варианты. Пробил поворотом. Гришин не ловит, отбивает кулаками. Еще один момент и блокирует этот удар Орлов в подкате. Ну и угловой. Прострел, это даже справа. Мухин переправлял в ближний угол, не попал, но опять он остался один. И не знаю, какие-то замены, может быть, динамовцам и стоит сейчас произвести. Почему не попробовать Голышева, опять же, и это освободит Тынянова, да, для центра поля он нужнее сейчас. Но пока вот вроде бы играет Имрекова на позиции в полузащите, наверное, это не так сказывается, и Антон Тимофеев ждет. Может быть, такой вариант и не рассматривает даже. Но и счет по-прежнему не меняется, как на 4-й минуте был он установлен. Так и держится. Так, ну здесь опять какие-то споры. Орлову вроде бы там досталось. Масленников недоволен решением арбитра в том числе. Ну, слишком много вот этих нюансов не футбольных, я считаю. А вот это момент. Киселев на мяч наступил, пробить как следует не сумел. И фиксирует нарушение правил в этом эпизоде Владимир Коржевский. Там Каханову досталось. По-моему, Киселев, пытаясь пробить, мимо мяча ударил. И как раз по ноге защитника соперника. Замена. Замена сейчас это в линии атаки. Анохин меняет Гусева. Ну, там, если травму не получил Каханов, то он на поле останется, это точно. И замена у Динамо. Один Имреков меняет другого. У Аркадия 10 номер, у Виктора 9. Тут спорный мяч, даже вот как. Это не нарушение правил, просто остановил игру арбитр, потому что футболист был на газоне. 14 минут, даже чуть меньше до конца. Динамо ведет 1-0, и Гефест не оставляет попыток отыграться. Королев назад. Здесь Каханов. Ну, а до этого мяча Мухин не доберется, конечно же. В последних 4 матчах, 2 года, уже Динамо не может отобрать очки у Гефеста. Последние 4 игры победами античных заканчивались. До этого в истории противостояний были и динамовские победы. Ну, а когда команда «Династия» называлась, там и разгромы были. Может быть, не совсем корректно сравнивать тот период истории, потому что Гефест еще не столь мощным был. С другой стороны, и те, и другие являлись скорее середняками.
может быть, чуть выше середняков. Но там результаты были разные. Были и ничейные, и победы династии. Ну, в общем, вот такой в современной истории Гефест непременно сильнее Динамо оказывался. И вот сейчас реальный шанс у динамовцев наконец-то победу заполучить. Но еще 12 минут. 12 минут, Гефест атакует. И, вы знаете, сценарий тут может быть любой. Например, Динамо забивает на контратаке, и 2-0 уже легче. Или, например, Гефест забивает, идет вперед и пропускает атаку соперника. Или же, наоборот, идет вперед на эмоциях и додавливает таким образом. Эмреков. Против двух соперников, и мяч арбитра дает Гефесту. Мухин, Моисеенков, Анохин. Направо Королеву, тот вперед не рискует, подключает Лазбенева к атаке. Лазбенев в центр, Анохин один совершенно, но это он этого не чувствует. И поэтому медлит, и удается Тыняному накрыть удар. Моисеенков с правой не предпочитает пас отдать, и пас неточный. Но здесь борьба. Ух, пара срезок. И ошибка Чижикова. Королев направо, прострел. Ну а кто там должен замыкать-то был? Головой показывает арбитр. Сейчас и замены будут. Прежде всего, у Гефеста, наверное, должен Идрисов выйти. Да, сначала у динамовцев меняют. Кого меняют? Имрекова или Митина. А может быть, даже и Ковалева. Ковалева. Голышев выходит вместо него. У Гефеста пока замены нет. Подача. Выносит Тыняный. Эмреков сыграл. Мяч у античных. Лазбенев, Моисеенков, Мухин. Налево. Здесь уже Каханов. Так, перемещались защитники. И вышло, что флангами поменялись Каханов с Моисеенковым. Пока без продвижения вперед. А здесь здорово играет на опережение Аркадий Имреков. Откидывает мяч Орлову. Голышев. Орлов. Тыняный. Пока все спокойно. Тыняный вперед. Попытался бросить Киселева. Но здесь Каханов здорово эту передачу прочитал. Направо отдает. Здесь Лазбенев. Позиция ударная. Уже можно заряжать. Он бьет. И Гришин действует надежно. Сначала так чуть-чуть амортизирует удар, затем забирает мяч в руки. Немножечко не нравится партнерам, что точно не ввозит голкипер. Но Гришин извиняется, тут и замена. В общем, торопиться некуда. Вот теперь Имрек в поле покинет, а вначале Идрисов заменил Мухина. Вместо одного Имрека во второй. В этом матче так. Моисеенков обыгрывает одного, но здесь Голышев, и вот только спорить сейчас не надо, там мячи отбрасывать, потому что желтая карточка есть, второе удаление, это будет уже серьезный удар. Тем более, что, видите, как Гефест неудачно штрафной разыграл. Ну, мне тоже показалось, что Голышев сыграл чисто, но он подкатывался сзади. Вот эти трактовки лучше арбитры, наверное, разберут, и даже не то, что лучше комментаторов, лучше иных футболистов. Потому что не все футболисты в деталях знают правила и последние рекомендации судейских комитетов. Ну а у Гефеста еще и Котов вышел. Заменил он Анохина. И Масленников перешел на позицию нападающего. Вот так. Новая полузащита. Котов, Королев и Дрисов. Масленников впереди. Обилие вариантов, и иногда, может быть, это и сбивает с толку
Здесь Станиславский забирает мяч, естественно. Сразу ногой вводит его вперед. И Гришин выходит из ворот. Вот то, что, за что частенько его критикуют, что не очень уверен он на выходах. Но сейчас сыграл здорово. Ситуацию прочитал, мяч забрал. И даже точно ввел. Голышев. Киселев рядом. И Киселева почему-то бросил Королев. Сейчас Киселеву то и нужно было. Но все заканчивается неточной передачей Кирилла Орлова. Вот, кстати, неточную передачу Орлова, ну, если одну за игру можно будет увидеть, это внимательно смотреть надо. Вообще он редко в пасах именно ошибается. А сейчас Голышев по делу ему предъявил претензии. Но динамовцы сейчас сосредоточены не на разговорах друг с другом, а на удержании счета. Не проходит передача Голышева вперед. И сразу бросают партнеры Масленникова в прорыв. Хаханов здорово на опережение. Идрисов направо. Королев. Моисеенков. Штрафную передача. Масленников зацепился в своем стиле. Идрисов не успел сыграть вторым темпом, потому что все-таки динамовцы вывели мяч из штрафной. Чижиков. Подставляться будет под фол. И здесь не могу сказать, вот для меня это мертвая зона. Я не видел, где там мяч был. Чижиков желтую карточку получает, да? Сейчас он сыграл жестко. Ну а завелся, потому что посчитал, что несправедливое решение арбитр принял в отношении его команды. Штрафной Моисеенков. Но предпочитает разыгрывать. 5 минут до конца. Котов на Лозбенева. Идрисов. Спиной к воротам. Разворачивает за счет дриблинга. Бьет. Удар блокирует. Дмитрий Голышев. Котов. Раскачивает Орлова. Играет назад. Идрисов. Да, не хватает движения у нападающих. И поэтому отдать передачу некому. Но вот сейчас через фланг проходит атака. Королев там слева был. И динамовцы прервали этот пас. Тыняный выбивает через центр. И здесь, естественно, Идрисов на подборе. Каханов. Масленников. Идрисов бьет. Мяч попадает в Тынянова. И Котов практически уже... шел на добивание, но Тыньян и выбил все-таки в направлении своей скамейки. Сейчас все выглядит так, что динамовцы действительно просто оберегают это минимальное преимущество свое, не особо претендуя на большее. Штрафной зарабатывает Моисеенков, бросает мячом в Тынянова и должен по желтой карточке вот так выдать арбитр. Аут в пользу Гефеста. Подача штрафную. И здесь динамовцы просто на вынос играют. Просто и эффективно. 3 минуты. Идрисов. Здорово. Через партнера выходит, но не на ударную позицию. Там Орлов в подкате. Котов по линии штрафной идет от ворот. Королев. Лозбенев, Идрисов не очень удачно, приходится откатываться. Королев и теряет мяч еще. Ну что, получится контратака у Динамо. Здесь 3 в 1 на Киселева передача налево. Киселев очень сложно исполнил. И я думаю, что никак Голышев с этой передачи пробить не сумел. Надо было завершать атаку ударом Киселеву самому или Голышеву самому, не отдавать налево, а бежать дальше. Тем более пробросить мимо защитника удалось.
Здесь аут, совершенно стопроцентно. Теперь, я думаю, Чижиков протестовать не будет. Но мяч на всякий случай подальше выбил. Замена. Замена у Динамо. Меняют Голышева. И меняют Имрекова. Аркадий на поле. И Ковалев на концовку впереди. Здесь потерзать, побегать, подвигаться. А может быть, будет и еще замена. Моисеенков. Котов. Вот это неплохо. Масленников бьется разворота. Гришин спасает свою команду и забирает мяч после собственного сейва, не позволяя Андрею Дрисову сыграть на добивании. Вот это будет ключевой момент, если игра так и закончится. Наверное, Игоря Гришина можно будет в герои записать. Ковалев здесь здорово зацепился. Каханова обыграл, но проиграл ему дальнейшую борьбу. Лазбенев. Центр смещается. Здесь Орлов на перехвате. За мяч нужно зацепиться. Это всем понятно. И здесь больше от эмоций и от обиды Кирилл Орлов кричит на своих партнеров. Понятно, что Митин хотел зацепиться за мяч, но не зацепился. Нужно работать дальше. Последняя минута идет. Котов. Королев, Котов. Успевает Киселев. И Киселев так внешне неспешно в направлении бровки. А там еще и штрафной зарабатывает. В общем, как опытный футболист, максимально эффективно для команды своей сыграл. Разыгрывает штрафной Динамо. Чижиков. Бросает в ту зону, куда должен был Ковалев выскочить. Но тот с запозданием стартанул, и поэтому Каханов первым был на мяче. Масленников. Нет, здесь Тыняна его не пустил. И у Масленникова поле кончилось просто. Поэтому очередной аут. Замена просит Киселев, но Антон Тимофеев замену не делает. Приберегает ее, еще слишком рано, понимает, что что-то добавит судья. Идрисов уходит из-под опеки, обыгрывает одного, и здесь здорово в подкате играет Аркадий Имреков. Каханов. Котов. Киселев пытался руками его придержать. Котов вырвался, но это все пока без продвижения. Гефес на своей половине поля. Вот Котов с мячом в центральном круге. Обыгрывает Киселева. Играет с Кахановым. Масленников. Он на правом фланге. Подача очень мягкая. Здесь здорово играют защитники. Мяч в игре. Несколько футболистов лежит на поле, но сейчас, естественно, никто на это внимание не обращает. Каханов бьет через ногу соперника. И вот теперь момент для Ковалева. Он успевает к этому мячу. Ну, первым, конечно, успеет Лазбенев. Ковалев мог навязать борьбу. И навязал, и замену просит. А Каханов с Лазбеневым последнюю, наверное, атаку Гефеста организовывают. Котов на правом фланге. В центр смещается. Бьет с рикошетом. Это угловой. Станиславский в центральном круге. Он ждал команды со скамейки. И Алексей Швындин так махнул рукой. Давай, беги. Сейчас Станиславский попробует там стать тем джокером. Лишним игроком, который помешает сопернику и поможет своим. А может быть и сам забьет, если подача получится. Подает Идрисов, по-моему. Нет, не Идрисов как раз. Но удар получается и выносит мяч кто-то из защитников. По-моему, даже Никита Митин там был. Здесь фол в пользу Гефеста. Моисеенко сразу разыгрывает на бровку. Котов. Прострел и вынос. И все на этом. Ну что ж, драматичнейший матч. Пусть много забитых мячей мы не увидели. Но вот этот нерв держался практически всю игру, и Гефест во втором тайме действительно очень серьезно давил, но забить Игорю Гришину так и не сумел. У Динамо было удаление, у Динамо были сложности определенные по игре во втором тайме, но динамовцы выстояли и сохранили теперь единоличное лидерство. Теперь у нас в чемпионате осталась только одна команда, которая не проигрывала, это Динамо.
и «Динамо» на первом месте. Что касается остальных позиций, то по итогам тура определенные перемещения в этой группе будут. Что ж, друзья, прощаюсь с вами. Работал для вас Кирилл Разумовский. Увидимся здесь, на полях Северной лиги.